как люди попадают в ад и как люди попадают в рай. Все равно приходит, или ты почитаешь пророков, людей Божьих, и следуешь за Господом и за апостолами, да, или ты следуешь за сатаной, или за людьми, которые играют в театре сатаны. И таких людей много, и рядятся они в разные наряды. Звезды, политики, президенты, верующие, лжепророки, лжеапостолы, лжеучителя. В общем, весь список можно перечислять. Или театр сатаны, или воля Божья. И ученичество Иисуса Христа. Поэтому каждому из нас нужно определиться, кто наши отцы и чью меру мы дополняем. И так мы должны и поступать тогда, как наши отцы. Если наши отцы святые и праведные, мы должны следовать за Богом. Если нет, те, которые гнали, пренебрегали, убивали пророков, то многие люди, они сегодня называются верующими, но точно так же относятся к людям Божьим. Поэтому поступай так, как поступают святые Божьи, как поступали апостолы, пророки и как сам Господь показал пример. Можно видеть то, о чем Господь говорит, что блаженные миротворцы, то есть те, которые несут мир, не те, которые постоянно выясняют отношения, войны творят, а блаженные миротворцы, и точно так же выше написано, блаженные чистые сердцем, и блаженны милостивые, ибо они помилованы будут. Поэтому нам нужно действительно посмотреть очень серьезно, что мы несем в этот мир. Блаженны кроткие, выше написано, они наследуют землю. Мы несем кротость, милость, мир, любовь, правду. Или мы несем что-то другое. И становится ясно, какое царство и какого Бога мы представляем. Поэтому будьте блаженны и не променяйте счастье, благословение, любовь Божью ни на что. Это самое ценное.